Наберем ли мы за Skywars 151 лайк? Давайте проверим. Какой солнечный день! Сейчас поиграю в Skywars, мой любимый. 4 секунды уже до игры остается. Думаю, что, блин, реально все получится. И, привет, чувак. Эх, привет, Васька. Привет, Петька. Эх, ё-моё. Так, а где сундуки? Лол. А сундуки-то где? Куда сундуки пропали? Что это за заговор? Эй! 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 Рекомендую вам подписаться на канал Крефика. На его канале вы сможете найти различные стримы, которые он проводит со своими подписчиками. Также он снимает видеоролики по Skywars и Bedwars. У него очень интересная и красивая шапка, красивые аватарки и очень красивые превьюшки. Ссылка на него будет в описании. Все подписывайтесь, и вы точно не пожалеете. Ну а я начинаю, поехали. Хей, ребят, всем привет, с вами снова я, Валрос, и сегодня мы поиграем на мини-режиме под названием Skywars на сервере Hypixel. Выполню сегодня я невидимый сундук челлендж, ну что, ребят, давайте не будем медлить и приступим, поехали! А три случайных человека, которые подпишутся на спонсора в описании и напишут в комментариях свой ID ВКонтакте, получат лицензию Майнкрафта. Йо, ребят, я уже нахожусь в игре на карте под названием Маегис, и прямо сейчас я попробую выполнить этот челлендж, и невидимый сундук челлендж, как вы видите, этого сундука не видно, и это очень круто. Ну, сложный челлендж, на самом деле. И вот так вот я по интуиции нахожу все сундуки, потому что я помню, где находятся сундуки на этой карте. Где-то тут еще, блин, третий сундук или не здесь. Или внизу. Я не знаю, я забыл. Ладно. Так. Оп. Ну, походу, да, внизу. Давайте, ребята, сейчас попробуем построиться на центр. Попробуем сейчас кого-нибудь убить. И да, сегодня я играю с Сиксурпаком, ребят. Не знаю, нравится вам это или нет, но если не нравится, напишите в комментариях, то я, конечно же, перестану играть с Сиксурпаками. И бамс. И здорово, 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 здорово. Раз. И два. Ну, конечно, в крысу, но только так и валурцы может, да. Окей. Значит, у меня есть удочка. С помощью удочки мы сможем делать вот так вот. Оп, 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 оп. Ой, иди сюда. Оп, убили. Блин, регенка. Блин. Еще одна регенка есть. Сейчас надо отойти и еще одну регенку бахнуть. И думаю, что у нас с вами, ребят, все получится. Ха! Ребят, вот так вот и играют настоящие прошники, да? Теперь иди сюда. Оп! Оп! Ни хрена! Она умеет драться! Она удочка дерется. Господи! Как инвалиды деремся, ё-моё, что за бред? А, все, вроде бы я нашел лазейку. И думаю, что сейчас смогу ее сейчас убить. Ё-моё, она тпхается. Ладно, не буду за ней идти, а то она может поставить блок и меня просто затроллить по максимуму. Блин, там чувак, ё-моё, надо как-то его убить, я не знаю, что-то сделать с ним, потому что. Ни хрена, у меня же фулл сет алмазный. А что я делаю-то? Ё-моё, у меня фулл сет алмазки, а я, блин, хожу с железкой. Итак. Чего? Привет, чувак. Заходим в спину. Бамс. И... Ни хрена, а что он делает? Они поджигаются, ребят. Это что, это типа опасно, да? Что они так поджигаются? Так. Здорово. Оп. Он поджег меня. Ё-моё, ребят. Он меня поджег. Уйдите. Ой. И ты умри. О, я выиграл, ребят, мы выиграли первую игру, убили двоих, убили шестерых, ребят, и давайте перейдем к следующей игре, йоу, я горю, ё-моё. Йо, ребят, вот у нас уже следующая игра на карте под названием Railroad, и прямо сейчас я постараюсь по-быстрому что-нибудь сделать, потому что тут надо побыстрее пройти на центр, я думаю, потому что, ну, на этой карте такая тактика вообще есть, и, блин, ну, конечно же, блоков ни в одном сундуке я не могу найти, и мне надо искать еще последний сундук, он который здесь, да, и я реально не понимаю, что за бред, почему мне так не везет-то всегда, я бы уже построился бы на центр, вот как тот чувак, ребят, и, ну, просто, ну, блин, бред. Ладно, окей, идем. Идем, я думаю, на что-нибудь получится, потому что я Валрос, а вы не Валрос. Ха, ладно, шучу, не надо, да, не видите. Так, бахаем регенку, думаю, и сейчас пойдем на чувака. Вот, здорово тебе, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой, чувак, ты вообще никакой не облутанный, да, как я понял, потому что ты самый первый пришел на центр и... оп. Все, скинули, найс. Теперь, ребят, давайте залутаем себе чего-нибудь, потому что, блин, а у нас же невидимые сундуки, я забыл, я ищу сундуки, ё-моё. Так, это не нужно. Мне вообще нужен алмазный меч в идеале, потому что. Потому что он синий, да, ладно, не буду говорить много, потому что... достал, говорит, потому что, на самом деле, ё-моё, сундуки, я не могу открыть его. А, или его тут нет вообще, ну ладно, окей. Попробуем, давайте попробуем, то есть, залутать, блин, еще какие-нибудь сундуки, помимо этих. И, здорово, чувак, я рад тебя видеть, и подписывайся, и ставь лайки, ё-моё, где он, вот где он был, ё-моё, чувак, уйди. Хотя мы вроде бы его нормально убили. Нормально. Я не такой уж и нубас, чтобы никого не убивать. Нормально. Так, мы один на один на следующий вокруг. Я надеюсь, что я сейчас выиграю.
Допустим, вот так, Тим. Нет, какой Тим? Мы вдвоем остались. Ты глупый, что ли? Оп, блин, хз. Блин, ребят, я хотел вообще поговорить о смене контента на канале, но я не успел. Валер скрин. Здорово. Лол. Го. Только я снимаю. Ладно, давайте за... Ты видос попал, Амгио. Поздравляю. Йоу, хе-хе. Ой, бабах. Сейчас взорвется, чувак, аккуратно. Аккуратно, 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 ё-моё. Давай, короче, скринься, давай побыстрее, и мы, и надеюсь, ты умрёшь. Ладно, ну тогда ты видос попадёшь, чувак. Амгио, здорово, ты попал в видос, всё, заскринился, и... Kill me. Бам, бам, ну блин, чувак, это как нечестно, го честно, а? Го честно. Блин. И ё-моё, го. Давай, подбирай, короче, чувак, и... есть алмазный меч, а? Есть алмеч, а? Давай, дай, пожалуйста. Мне нужен алмазный меч, ё-моё. Ладно, окей, как хочешь, давай, короче. Ой, ну конечно, ребят, Валорс проиграет, а нет. Я что-то делаю. Да, я уже думал, что я проиграю подписчика, но, ребят, Валорс не проигрывает, и давайте, да. Что, ребят, вот у нас следующая игра на карте под названием Мартианы. Прямо сейчас я постараюсь выиграть. Думаю, у меня это получится, ребят, и без сундуков тут очень сложно. Ха, ладно, есть сундуки, шучу. Так вот, значит, что нам нужно сделать, ребят? Надо, я хотел поговорить о смене контента. А, значит, вот, надо менять контент. Только в какую сторону? Ну, то есть, что снимать, чтобы поменять контент, да? Что? Да, я не знаю, ребят, и поэтому я хочу, чтобы вы написали в комментариях, что же мне менять на моем канале? Да, мне будет очень интересно прочитать. И надеюсь, что вы, ребят, не останетесь равнодушными к... И, короче, напишите, да. Потому что, ну, реально, вы поможете мне этим. И, ох ты ж, ё-моё. Удочка, удочка. Хорошо, что сюда зашел. Зато есть удочка. И, так, надо убить вот этого пацана. Пацан, 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 пацан. Здорово, здорово, здорово. До свидания, то ли. Да. А, вот почему? Как у меня откидывается-то, ё-моё? Хотя я все равно его убью сейчас, да? Ну да, нормально. Но зато вещи не отдал, чувак. Но это на самом деле был умный поступок. И бам, бам. Понял, 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 чувак, извини. Не буду к тебе лезть. Хотя я вроде бы в него нормально так попадаю. И даже убивая. Но не, может быть, кто-нибудь сзади подойдет. И все, и ГГВП будет Валорус, понимаете, да? И типа не очень приятно. Так, оп. Блин, ребят, надо к нему прийти. Ну, хотя ладно, зачем, зачем? Кто нам такой, чтобы мы к нему приходили, а? Ну, до свидания, короче, да, чувак, до свидания. Надеюсь, он меня сейчас не скинет. Оп, не скинет, нормально. Так, теперь надо найти тут сундук. Я думаю, вот тут сундук есть, да? Оп, отлично, ребят, хорошая броня, просто отличная. И вот тут где-нибудь есть, нет? Не... О, есть, да, есть, вы что думали? О, Protection 4, это лучше. О, и Ender Pearl, ребят. Ender Pearl тоже очень хорошо, ребят. И думаю, что мы сейчас попробуем... Ой, ё-моё, что ты стреляешься-то? Что ты стреляешься? Не стреляйся. Не стреляйся, уйди. Хотя я тоже могу пострелять. Бам, бам. Блин, я пропал. Оп. Я хз, ребят. Ладно, пускай он будет стрелять. Я буду просто ходить. О, поставлю крипера. Да, крипера поставлю. Он мне поможет выиграть, я думаю. Оп. Да блин, сколько у него стрел вообще? Эй. Оп. Ё-моё. Умри. Оп. Ой, подождите. Сейчас его убьем, ребят. А! Сзади, чувак, ко мне пришел. Нет, все, ребята, это плохо, это очень плохо. А хотя нет, ребята, он вроде бы не такой уж и сильный, как я. Ну, хотя, да, не сильный. И второй сразу пришел. Вот, вот такие, ребята, посмотрите просто на них, а. Ну крыса вот такая, ё-моё. Ну, я вот ненавижу таких ребят. Ладно, мы выиграли третью игру и переходим к концовке. Игра у нас сегодня получилась. Я вообще очень сильно рад, то, что вы посмотрели этот видос до конца. Поставили лайк. Если еще не поставили, то поставьте. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.